Для того, чтобы процесс получения государственных услуг проходил проще и в более комфортных условиях, в России были введены новые федеральные стандарты. В Одинцовском районе первой ласточкой этого преобразования стал многофункциональный центр «Мои документы». В 2015 году современное здание получила налоговая инспекция, а сегодня преобразуется офис газовой компании «Мособлгаз». Сюда приходят предприниматели для того, чтобы подключиться к сетям, сюда приходят владельцы частных домов, чтобы также подвести газ в свои дома. Здесь большое количество наших жителей из многоквартирных домов, которые платят деньги за обслуживание газа. Поэтому то, в каких условиях наши жители получают государственные услуги, очень важно. Андрей Иванов осмотрел все отделы обновленного офиса. Зал ожидания, зоны для абонентов и оформления договоров, детский уголок, стойки самообслуживания, магазин, где можно приобрести различное газовое оборудование. Он убедился в том, что в Одинцово Межрайгаз есть все, что нужно для быстрого и качественного обслуживания клиентов. Очень все понятно, появилась навигация. Также мы здесь видим и детский уголок. Это тоже соответствует стандартам. Безусловно, всем жителям, которые попадают сюда первый раз, из-за того, что они видели, они попадают в какой-то иной мир, нужна подсказка. Для этого на каждой точке будет стоять постоянный оператор, девушка-консультант, которая будет рассказывать, особенно нашему возрастному поколению, как пользоваться электронной очередью или оформлять заявку через электронную систему. Внимание комиссии привлек и уникальный терминал удаленной подачи заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Буквально на этой неделе привезли новый терминал, который сейчас проходит обкатку у нас в офисе, для того, чтобы потом в дальнейшем его можно было поставить в здание администрации, в МФЦ, для удаленного доступа, точнее, для удаленной подачи заявок и технологического присоединения. Одинцовский филиал – один из самых передовых, поэтому для руководства компании «Мособлгаза» особенно важно установить здесь самый высокий уровень обслуживания клиентов. Высокий уровень обслуживания – это, знаете, это не только требование времени, естественно, это так, но это проявление уважения к нашим абонентам. Инспекция обновленного офиса подтвердила, что Одинцово Межрайгаз, одно из крупнейших отделений газовой компании, соответствует всем федеральным стандартам. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».